Здравствуйте, с вами магазин и установочный центр FrontCam. На Шкоду Рапид установили головное устройство на базе Android от компании Tays. Модель CC2L с 9-дюймовым экраном. Планшет встает в штатное место автомобиля через переходную рамку, которая идет в комплект. Работает на 8-м Android. По характеристикам здесь стоит 4-ядерный процессор, 2 гигабайта оперативной памяти и 32 встроенный. В бардачок вывели дополнительный USB-порт для подключения модема интернет, либо флеш-карты, либо жесткого диска. И также подключили штатный USB. Также адаптировали с штатными кнопками на руле, можно изменять громкость, переключать треки. И адаптировали с подсветкой автомобиля. При включении габаритов включается подсветка сенсорных клавиш. Их цвет можно регулировать под свои предпочтения. И, как вы видите, уменьшается яркость. Яркость также можно регулировать вручную. Либо при желании можно полностью выключить экран, и он будет работать в фоновом режиме. Здесь уже предустановлены самые популярные приложения, такие как Яндекс.Навигатор, Google Chrome, YouTube. Все остальные вы сможете скачать в Google Play Market. Есть возможность подключения телефона по Bluetooth для громкой связи, либо для прослушивания музыкальных файлов. Также очень удобная функция разделения экрана. Можно одновременно запустить несколько приложений. Также есть поддержка эквалайзера, но сможете подстроить звук под свои предпочтения. В данном мониторе есть еще возможность переключать лаунчеры. Обращайтесь в нашу компанию, у нас вы сможете найти большой выбор различных мультимедийных систем на практически любой автомобиль. Наши менеджеры подберут для вас лучший вариант. Также есть установочный центр, где наши мастера грамотно установят и настроят магнитолу. И есть доставка по регионам с постоплатой. Вы сможете принять товар, проверить его и только после этого оплатить. Всем удачи!